ждем, когда он поедет на скамейку запасных и поменяется на 6-го полевого игрока. На синюю линию отдает Абрамов. Диц, мягкий наброс, пятак, шайба не прижата. И Кошечкин не может ее остановить. Потерял ворота Василий. Только сейчас он возвращается во вратарскую. Но там и Зимчонок ложится. И просто всей гурьбой магнитогорцы пытались отстоять свои ворота. Так, ну вот повтор этого момента. Здесь Василий выручает, и оказывается, он отыгран. Светлаков, Карнаухов, Абрамов, все попробовали. Здесь и Зимчонок, и Яковлев. Просто магнитогорцы создают такую плотность перед своими воротами.